Да, дуда, плей. Девять. Надо будет потом быть поближе поставить. Так. Отлично. А что у них падает эти штуки? Им что, не нравится? Странно. Так. Сейчас этот самый перенесем ее сюда. Баночку эту. Угу. Ой, подожди. Не-не-не, подожди, в смысле? Так, набираем. Где еще у нас? Вот здесь у нас дырень такая большая. Так, все, хорошо. Так, где он? А, вот еще у нас есть. Отлично. Смотри, как я умею на расстоянии, да? Шпаклевать стены. А вот, смотри, еще паутина у нас торчит. Ладно. Так. Сейчас вот такую. Я хочу все в белый цвет покрасить, короче. Так. У нас еще там есть шпаклевочка? Так. О, почти стены, это ужасно выглядит. А вот я еще не... Ну, подождите, ребята. Все будет нормально. Так, здесь сейчас все замажу. Я все покрашу в белый цвет. Тут все идеально красиво. А, вот еще стоит наверху. Так, вот этот дом за 7,5 миллиона, да? Интересно. Вот такие цены в Москве. В принципе, и квартиры там такие же. За такую сумму. Хочешь что-то подороже? Покупай за 20 миллионов. А то за 25. Так, здесь тоже сейчас мы все почистим. В принципе, отлично. Так, нигде больше ничего не надо. Подожди, сейчас я покажу. Так, ванна готова. Так, здесь тоже все готово. Чистенько. Здесь у нас все тоже хорошо. В этой комнате, сейчас подожди, посмотрю. Все тоже нормально. Так, сейчас грязь вот эту уберу сразу в подоконник. Так. Так, тут все чисто, в принципе. А, это не грязь, нет? Нет. Тут тоже все, в принципе, чисто. Ладно, продолжаем, значит, красить. Так, краска. Выбираем и красим. Смотри, какой цвет будет. Тоже серый, да? Странно. Все равно серый цвет. А ну, подожди, а где у нас белая? Вот это вот белая сторона. Сейчас посмотрим. Да, это, наверное, просто как падает свет с одной стороны так, и получается. Так. Так, здесь все покрасим. Так. А, вот, смотри, верхушка. О, еще грязь, подожди. Ладно, пока красим, ладно. Так. Есть краска. Так, я хочу сразу это все почистить, помыть, чтобы все чисто было, а я не вижу ничего. Так, краска. Так, где у нас тут был кусочек какой-то? А, ну тут все, в принципе, покрашено, все хорошо. Белый цвет. Если не понравится, я перекрашу. Какой-нибудь другой. Так, ну все, и тут. Сейчас все пройдемся хорошенечко. Так, здесь в этой банке еще есть краска, хорошо. Так, верхушечку делаем. Так, все, хорошо. Ага, сейчас покончится. Так, сейчас я тут еще все. Не знаю, вроде бы чисто, вроде бы здесь все покрасил. Да, здесь, ага, вот здесь еще нужно. Так. Не знаю, хватит краски нам или нет. Надеюсь, хватит. Так, ну что ж, ребята, поздравьте меня. Я вроде бы все уже окрасил, покрасил здесь. Квартира, комната готова. Это красится сторона, нет? Да, вот эти тоже квадратики красятся. Так, ну давай вот тоже покрасим. Не знаю, зачем. Пусть будет.
Так, а здесь мы тоже, интересно, было без цвета, да? Да, в принципе, можно. И здесь тоже все покрасить в белый цвет. Так, что? Подожди, открой, закрой. Все. Так. Давай, может, двери поставим. Я хочу двери. Давай, двери купим сразу, чтобы были двери. Так, двери сейчас поставим красивые. А какого цвета, интересно? А, двери у нас здесь слева. Чушь, так. Так, двери тоже будут, пусть будут белые. Вот, межкомнатные двери. Да? Купить. Установить. Открыть, закрыть. Так, двери здесь поставили. Ванную дверь купим. Сейчас мама все вот эти вот беленькие поставим. Так. Здесь тоже самое. Покупаем дверь. Так, а здесь, в принципе, я не хочу, чтобы двери были. Так, мне нужно еще вот здесь двери купить. Так, подожди. Не межкомнатная дверь, мне нужна входная дверь. Вот, она будет у меня коричневая. Да. Так, купим и поставим сейчас. Так. О, все, отлично. Так, грязь сразу, я вижу. Я ее сразу убираю, удаляю. А у меня гаража нет в этом доме, да? Сейчас мы сейчас обойдем немножечко участок. Да, гаража у меня нет, только вот грязь, то сейчас уберем сразу. Угу, ладно. Так, хорошо. Вот тут тоже дверь такая страшненькая. Мы ее сейчас продадим быстренько, подожди. И сейчас купим тоже самая дверь, пока у нас здесь она стоит, в этом месте. Так, подожди. Вот она, хорошо, отлично. Отлично, у нас будут коричневые двери. О, подожди, а чего я тут дверь неправильно поставил? Да, прикинь. Это же у нас улица должна. Так. А как тебе теперь? Продать что ли? Так, 20 тысяч стоило. Нет, подожди. Блин, как-то ты по-другому должна открываться. Ну ладно. Пока мы тебя не будем тревожить. Так, покрасим здесь все. Краска. Давай, значит, здесь у нас будет какой-нибудь цвет, допустим, небесная синева. Давай такой купим цвет. Потому что что-то я перехотел. Но у меня будет здесь прихожий какой-нибудь другой цвет. Не хочу. Тоже все белое это. В принципе, красиво, конечно, но что-то я передумал. Пусть будет здесь небесная синева. Так, все, это сейчас быстренько закрасим. Так, еще осталось немножко. Да, вот здесь будет у нас такой небесный синева, переходить в белый цвет. Так. Еще. В принципе, этой банки нам хватит. На всю комнату. Так, и здесь вот сюда хватит. Да, что-то я с дверью немножко лоханулся. Что-то я неправильно поставил. Ну да ладно. Если что, мы ее переставим. Если на продажу будет, то я так оставлю, как есть. Так, ну все. Смотри, нормально. Давай, может, здесь тоже так покрасим. А то как-то все сливается нифига. Ну, давай. Здесь я тоже все покрашу. Небесную синеву. Ну да, так, в принципе, нормально. Такой зашел, у тебя новая комната. В принципе, хорошо. Так, а здесь какой есть цвет выбрать? Давай выберем здесь тоже какую-то такую краску. Например, какую-нибудь светлую, допустим, персик. Песочный миндаль, может? Так, песочный миндаль. Давай сразу две банки купим. Так, а вот эти баночки я продам. Тысяч. Эту тоже, в принципе. Ладно, это пока не буду продавать. Я буду здесь за него, подожди. Я буду здесь красить. Так. Посмотрим, может быть, здесь сделаем вот эту стену такой. Угу. Тут необычно, если знаешь как.
чередовать цвет. Допустим, вот эта стена будет таким цветом. Так, это закроем сейчас. И эту, допустим, вот эту и эту сделать такую цветом. А по бокам сделать цвет. Персиков. Так, а ну-ка сейчас попробуем. Блин, краска кончилась. Банки еще есть? Да, в банке еще много. Так, смотри, знаешь, что? Дальше я тебе хотел сказать. Да, а по бокам будет другой цвет. Мы сэкономим немножечко на краске. Блин, как я тут задел? Здесь, в принципе, белое все должно быть. Так, ладно, сейчас попробуем. Ладно, эта кошка будет желтая. А ну, может, на эту тоже хотел? А, ну все нормально. Вот так. Ладно, а вот эти стены мы сейчас покрасим такой вот персиковый цвет. Смотри. Не знаю, получится красиво или нет. Посмотри, скажи. Напиши в комментариях. Да, Дуда, Дуда. Да, Дуда, плей. Дуда, плей.